Кадетский корпус должен быть лучшим в республике, но пока не дотягивает. С таким заявлением обратился к участникам попечительского совета министр образования республики. На фоне отличной материальной базы корпус проигрывает в сфере образования. Это кадетский корпус единственный, да, в нашей республике, поэтому это образцовый кадетский корпус. Поэтому мы никак не можем ставить требования к качеству образования. Разница у вас по основным предметам, по математике, по русскому, по 9-8 баллов, это, конечно, никак нас не устраивает. Именно снижение показателей государственной итоговой аттестации, а также отсутствие динамики роста в результатах ЕГЭ дали повод задуматься и начать искать причину. Мнение, что всему виной кадеты из неблагополучных семей, поддержки у участников заседания не нашло. Надо просто закрыть этот вопрос раз и навсегда. Раз и навсегда, вот с сегодняшнего числа, давайте мы так вот. Все, эти ребята должны быть полностью подготовлены, как бы нам ни было тяжело. Одной из причин проблем в сфере образования кадетов назвали нехватку квалифицированных педагогических кадров. Мы четко понимаем, что следующее за этим – это качество самого образования. Без соответствующего педсостава этого добиться невозможно. По итогам заседания участники попечительского совета настоятельно рекомендовали педагогам кадетского корпуса разработать индивидуальный план работы с каждым из 16 выпускников. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР.